Диана Гурская простилась с мужем Петром Кучеренко. Как прошли похороны, обсуждаем, смотрим в этом видео. Приехали на Троекуровское кладбище Катя Лель, Леонид Отцой, Марк Тишман. При этом не было Пугачевой, хотя к Юдашкину она прилетала. С подробностями Жан Содель. Здравствуйте. Петр Кучеренко был не только мужем Дианы Гурской, но и высоким чиновником, заместителем министра науки и образования России. Гроб был из хорошего цельного дерева, в машине же увидеть его было непросто, засыпали цветами. Диана Гурская шла в окружении родных и близких, ее пытались скрыть от фотографов, лицо было прикрыто черным платком, а на глазах темные очки. Это фотографии справа сын Костя, а Диана Гурская обнимает маму Петра Кучеренко. Действительно, для нее тоже очень мощный удар, не только для Дианы, конечно же, для мамы. К тому же Петр год назад потерял отца, и получается, и так мать Петра была вдовой, да, а теперь и не стало и сына. Ну вот еще один снимок, здесь тоже мать Петра Кучеренко. Я напомню, что как раз таки поговаривали о том, что он похудел за этот год очень сильно, потому что не стало отца, и он был для него авторитетом. Так выглядел траурный черный кадиллак, а вот, собственно, Лолита Милявская. Знаете, я бы на улице мог ее и не узнать, очень сильно сдала, то есть то ли она без грима, да, то есть... Без макияжа, ну просто не узнать. Быть может, конечно, время никого не молодит, да, и с годами, конечно, меняется внешность. Алла Пугачева очень хорошо дружила с Дианой Гурской, но не прилетела на похороны. Причем, действительно, к Юдашкину прилетела, а вот почему-то к Гурской нет. Ну и просто удивление, что не было Игоря Николаева, да, во всяком случае, нет нигде фотографий, нет таких сообщений. Его не заметили, да. А может быть, он и не пришел. Вот почему? То есть, по сути-то, Игорь Николаев именно вывел Диану Гурскую на сцену, да? Но не пришел. Начали поговаривать, что, может, они поругались как-то, да? Но в любом случае, в такой сложный день можно было прийти и поддержать. 18 лет прожили вместе Диана Гурская и Петр Кучеренко. Скончался же он в самолете, когда летел с командировки, бывал на Кубе. Остановило сердце. Напишите комментарий под видео. От меня искреннее соболезнование Диане Гурской, а также Петру Кучеренко. Подпишитесь на канал. Вместе обсуждаем самые важные новости. С вами Жан Содель. До встречи.